Следующая группа носит название, как сказал бы переводчик из 90-х, это группа Dirty Animals, они же грязные животные. Вот вы давайте встретим, придет на диспетрами, что придет, что вы хотели подключались. А Dirty Animals, грязные животные, выходите на сцену, ребята. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. У школы есть пауза. Почему бы не пообщаться нам с вами, да? Давно не виделись, кстати. Между прочим, мы с ребятами не собирались с августа месяца. С августа, мать его, месяца. Представляете? Нашему гитаристу, как он сказал, и сказать, что спасибо Валентин Ругас. Очень приятно было слышать, что сам Валентин Ругас нас представлял. Это очень большая честь лично для меня. И вообще, как бы, ребята все молодцы, молодцы, сильные команды. Ладно, хорошо, так, ладно, поехали. Что там? Эта песня называется «Хуже не будет», это песня... Окей, поддержим нас, ребятушки!
Тихо, не матерись. Окей. Следующая песня, я думаю, многие знают эту песню, ну, как бы из наших древних поклонников. Мы когда-то играли, кстати, в группе «Бартарас» с дроном. Было дело. Это мало популярных группах. Бартаровску! О! О! Ладно. Нет, там было, там «Бартараска». Вот так. Yeah.
кто-нибудь еще пьет пиво в зале? Все! Дайте голос, господа! Ну дайте голос, кто пьет пиво! Oh.
знали, и она нам... Ну, в принципе, у нас осталась одна песня. Это кавер-версия на Бартараску. Собственно, она так и называется, Бартараску. А ну, давай, настрой. Я бы стал комиком. Комиком! Не надо вот это там думать сейчас. Кем бы я там стал? А, окей. Я вижу, кстати, знакомое лицо на баре. Это наш новый басист, кстати. Познакомьтесь. Познакомитесь потом. Специально для него. Для него? Александр, да, по-моему? Ну ладно, мы еще пообщаемся. Окей, спасибо, ребят, что поддержали нас. Вообще, молодцы, вы самая лучшая публика, самая горячая. Нас так еще никто не поддерживал. Ни разу в жизни. На следующей песне мы оторвемся. Потому что мне уже надоело. Я вообще... Нет, все, нет. Я буду стоять. О, ладно, ладно, успокойся. Окей, поехали. Yeah.
вчера и до утра. Если только слово есть, рот закрой и можешь сесть. Меньше воды тут на кость, а ты тоже команду подростку. Семья моя подростку. И тебе я Серега, извини. Я, естественно, сам лучше выходить из нашего города. Все, всем спасибо. Мы пошли продолжать получать удовольствие от дальнейшего концерта. Спасибо, Олег. Спасибо, что пригласил. Спасибо, Валик, что представил. Спасибо всем, кто вообще хоть кому-то понравилось эти шутки. Поаплодируем, это была группа Dirty Animals. Они же грязные, же гуары.